Глава вторая. Музыкант. В определенный момент я перестал циклиться на рэпе. Мне открылись новые горизонты, и я начал пробовать себя в разных музыкальных стилях и направлениях. Эксперименты разжигали во мне все больше интерес и азарт, а со временем пришла любовь к танцевальной музыке. Потом родилась песня, слова которой еще долго наизусть будут знать даже районные дворняги, название которой нельзя произносить вслух. Но меня гложило, что музыку к ней написал не я, и это достаточно сильный удар по самолюбию любого уважающего себя музыканта. Тогда и была поставлена цель когда-нибудь от начала и до конца написать музыку для своего альбома. Через 2 года упорной работы с сотнями ошибок и тысячами мыслей бросить это нелегкое начинание привели меня к альбому под названием «Три», в котором каждая нота — отражение моего внутреннего состояния.